Учитель года, воспитатель года и педагогический дебют. Сразу три конкурса профессионального мастерства среди работников сферы образования стартовали на Камчатке. В соревнованиях участвует 21 педагог из Петропавловска, Вилючинска, Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, Алюторского и Пенжинского районов. В этом году за звание «Учитель года» поборются 7 человек. В этом году за звание «Учитель года» Камчатки поборются 8 человек, 7 за звание «Воспитатель года» Камчатки, а 6 молодых специалистов примут участие в конкурсе «Педагогический дебют». Преподаватели уже приступили к первым конкурсным испытаниям, которые в этом году пройдут в очно-заочном формате. В рамках первого конкурсного дня участники «Учителя года» написали эссе, а также представили жюри видеозаписи учебных занятий. Молодые специалисты педагогического дебюта показали самопрезентацию «Моя профессия – учитель». Педагоги дошкольного образования написали сочинение «Воспитатель – это волшебник». В течение недели конкурсанты продемонстрируют свои методические наработки на мастер-классах, представят образовательные проекты, а также примут участие в публичных лекциях, конкурсных испытаниях, пресс-конференция и ток-шоу. Имена лучших педагогов станут известны 9 апреля на церемонии награждения участников краевых конкурсов педагогического мастерства.